156 серия, участок Мурманск, Магадан. В этой серии будет пройдено 68 километров. Вот выезжаю из Чернышевска на трассу Амур и остановлюсь на привал возле поселка городского типа Ерофей Павлович. На карту памяти. Это 15-й день пути. Многие сошли с дистанции, судя по просмотрам. Если первые серии, сейчас посмотрим, просматривала 1000 уже к этому времени. Так, 364 просмотра. Ну и пошло потихоньку на убыль. 250 и так далее. То есть сейчас осталось около 100 самых выносливых, что ли, самых верных подписчика. Сейчас просмотров меньше 100. Но со следующего дня, с 16 дня движения, начнется федеральная трасса А-360 Лена. Не с первых минут, а примерно с третьей, наверное, серии. Начнется трасса Лена. Наверное, следующий, 157 или 158 серии, будет ставка Китры. Вот он, Чернышевск. Я покажу место, где несколько лет тому назад у меня произошло ДТП. Вот они, продукты начались. К этому времени у меня уже был видеорегистратор. Какого дьявола? Это видео я разместил в Ютубе у себя на канале. Называется, по-моему, «Трасса Амур за 15 секунд до ДТП». Но ближе к этому месту я покажу на видео, где это примерно произошло. Блин, вот вы достигли. Недалеко до поселка городского типа Семиозерный. Ну, километра 3 остановились до Семиозерного. Или все. До продукта-то так меня и не довела. Мы уперлись. Разрушенный мост. Через 200 метров поверните налево. Поверните налево.
25 метров, поверните направо. Своеобразные дома. Города очень даже хорошая. Через 200 метров поверните налево. Поверните налево. Она еще пошла такой куда подальше. Километра. Не, ну что, нормальная улица в городе. По сравнению с другими проезжали, что там. Канск, по-моему, или Ачинск. Ну, на видео. Или Данилов взять, Ярославская область. Ну, никакое сравнение. Молодец, мэр. Через 300 метров поверните направо. Прямо 464 километра. До фанатизма доводить не будем. У поворота на Могучу остановлюсь. Заварить кофе, сменить карту памяти.
Нифига. Ви-2 здесь нет. Разница 6 часовых поясов.
себе. Братишка, там у тебя подкрылок болтается, задние левые. Проверка связи. Меня слышно, ребята? Понял. Спасибо. Покрутились по Чернышевску, на подругу Алису надежды вообще мало. Надежда есть, но надо, наверное, с умом подходить. Это машина. А где такие просторы еще вы видите? Просторы, небо, местность. Вот на такой дороге у него и возникли проблемы с колесом. Накрылась, покрышка разодранная на дороге. Еще кому-нибудь будет сюрпризом, блин.
Наверное, сделаю так. Примерно полбака бензина осталось. Можно было вообще на шведском. Но тут до Могучи еще должна быть заправка. Стороны на гостиница.
присматриваюсь к заправке с правой стороны. Там была такая сарайка, вроде бы. Но вот сейчас я думаю, тут гораздо круче заправка. Плюс гостиница была или кафе. Ехать можно, но больше, чем на трояк с минусом она, на мой взгляд, не тянет.
297, трасса федеральная А-30, наверное, регионального значения. Приходится додумывать. Разве не красивые места, а?
железнодорожный мост. Это река, ручей.